Привет всем, друзья мои. Не мог не заснять такой солнечный день. Моя любимая дорога, красивый мост, красивая вот эта штучка, которую так они и не определились, что там будет. Уже много раз я рассказывал. Так оно и висит. Ну, красиво висит. Вчера провел прямой эфир. Кстати, так до сих пор мне и не сняли желтый значок. Как всегда. Ютубу что-то не нравится. В названии, вот, когда часто бывает, после, когда ставят значок, почему я написал в закрепленных комментариях, что не удивляйтесь названию, потому что если ты там в первое время несколько раз меняешь название, прям подряд, раз поменял, 5 минут прошло, не сняли значок, 2 поменял, то есть как бы это часто работает. Бывает, что не работает, вот у меня не сработало. Что-то Ютубу не нравится, может быть, что-то мы обсуждали. Там же это все автомат, это же не сидят там живые люди, это все срабатывает автоматически. Может быть, я какие-то слова произнес, не знаю. Ну, монетизация снята. Ну и фиг с вами, так сказать. Я имею в виду с Ютубом. Жадобы, так называемые. Бабушка так называла. Жадных жадобы, говорит. Еду я с Панфиловыми встретиться. Такую погоду, конечно, грех сидеть дома. Я вообще хотел, не успел я пораньше заснять, потому что пораньше выехать, чтобы заснять, как и Женька себе убирала тату. Где-то на спине, что ли, у нее там старая-старая татуировка. Она ее убирала лазером. Хотел ей этот момент заснять, потому что это жутко больно. Хотя она говорит, что не очень. А я знаю, что это очень больно. Это еще больнее, чем набивать татуировку. А я вот наоборот, все хочу какую-нибудь еще себе сделать. Не знаю, какую. Ну, как говорится, если не созрел, то лучше пока и не надо какую-нибудь чушь набивать. Как что придумаю, так набью. Вот. Встретимся сейчас. Не знаю, пойти некуда. Все закрыто. Но погулять можно. Сегодня суббота. Просто вот, не знаю, здесь вам видно. Или вот там. Погодка какая солнечная. Может быть, заедем к ним на квартиру, где они ремонт делают. Не знаю, разрешат или разрешат поснимать. Там, конечно, стройка в полном разгаре. Но мало ли. Все, в общем, повидаюсь с друзьями. Спасибо, кстати, вам за все еще раз комментарии вчерашние, за поддержку. Не устану повторять. Огромное спасибо. Слышишь, Армани не жмет? Армани Петру Первому не жмет? Снимаешь? Да. Привет, мои дорогие. Всем привет. Здравствуйте. Яркое, красивое. Мне татуировку удаляли. Вы представляете? Этот... Я уже сказал вначале. А, и он не успел. Не успел просто. Но там на самом деле очень быстро. Мы ребята, сами не ожидали. Очень красивая студия. Кстати, я ладно, классный. Студия. Очень классный мастер. У кого есть какие-то вот вопросы по удалению, я... Либо кто хочет... Подожди, сделать. А он убивает уже тоже? Да, да, у него на первом этаже удаляет, на втором убивает. Мы решили, тоже, да? Что очень... Да, безотходное, да. Производство, да. У него такое, знаешь. Детский сад у нас, царская площадка. А сам сад где? Вот там будет что. Первые два этажа. Какой у вас вид потрясающий на красивое здание. Это все. Нет, это все убирается. Сейчас здесь будет вторая очередь. Сейчас хорошая погода, и будет видно всю Москву. Даже будет храм Христа Спасителя виден. Ну, соседство, вот честно сказать, ну. Еще раз повторяю. Я не слышал, что это все снесет. Все уже. Вторая очередь Петровского парка вот здесь строится. Мы хотим здесь, чтобы наши детки жили. Сряд. Наши. Наши с тобой? Да. Ну и с Ваней. А. Вы знаете, что в старости Максим Евгеньевич с Андреем Андреевичем, я думаю, ну, я не вместе, я имела в виду, а сейчас начнется. На опять. Море. Будет жить рядом с нами. Я буду сырочками и кормить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я буду сырочками кормить. Я, между прочим, сам умею готовить. А вы видели, как выглядит красиво? Ну, еще не поставили ничего, смотри. Типа, а вот здесь тоже, здесь там диванчики. Да, не можешь нормально. Мы вас не снимаем. Мы вас не снимаем. Еще ничего не убрали, да? Диванчики будут.
Почтамт. Почтамт. А вот там красиво же тоже, что? Здесь. Вы же к нам первый раз, товарищи, да? Да. Вроде да. Внизу подземный паркинг. А нет, диваны вот это будут синий. Такие для всех, да? Типа? Да. Ну тут разные корпуса, разные цвета, вы видите. Лифты еще, конечно. Большие. Здрасте. Здрасте. Вы пришли? Хаусе. А где мой трон вчерашний? Убрали. Так. Ну иди покажи раз еще будет. Вы уже снимали, я тут показываю? Не знаю, снимал. Нет, мы не снимали здесь. А, вот впереди сюда. Вот посередине. О, да. Вот здесь откроем, вот смотри. Я тебе открою. Тут же нужно и упасть. Ну, здесь замки детские будут стоять. Пожалуйста, вся Москва. Вон храм Христа Спасителя. Ты видишь купол? Да. Вот тебе, пожалуйста. Золотые купола. Вон там видно этот Красные холмы, этот Павелецкую. Сокольники, вон высотка видна. Сити, пожалуйста. Вся Москва. А представляешь, как на меня это... вообще-то тоже, знаешь, из Красногорска вся Москва на ладони. И Москва-Сити. Подожди, подожди, все. Подожди. Представляешь, как классно будет здесь. Это тоже видно. Салют на 9 мая. Вот тоже дом какой-то приличный. Посмотри, какой там стеклянный, видимо, как веранда. Да-да-да. Ну да. Я думал, у вас что-то тут изменилось. Честно говоря, ничего не изменилось. Да, конечно. Слышишь, тут уже столько сделано. Ну, я был здесь больше месяца назад. А ничего, что пол удалили? Да был он таким. Пол, нифига, пол месяца. А что ты опять хочешь снимать? Он говорит, что ничего не сделал. Потому что ничего не сделал. Да, сейчас я... Это... Скажи мне, вот тот светильник, который был большой спор, где он должен был быть? Какой светильник? Ну ты говорил, хочешь, а он не хочет. Здрасте. Вот здесь. И в итоге уже... он будет или нет? Нет, нет, да? Здесь сейчас уже все будет по-другому. Так. Тут человек говорит, что ничего не сделал. Не, ну я просто был сколько месяц назад. Ну, месяц назад. Я думал, уже плитка лежит. Я тебе объясню. Здесь залит пол. Ничего так, что всю квартиру полом залили, обшили всю квартиру. Да нет, я же просто. Я тебе просто говорю, что я думал, что у вас уже тут прям уже обои висят. Вот ванну. Ванну зато уже вмонтировали, да? Ванная, пожалуйста. И нет, там не понимаю, это ванная. Там ванная двухметровая. Ничего так. Чугунная. А души не будет? Душ у меня будет. Это Женя, потому что здесь мойдодыр будет, здесь туалет встроенный, здесь вот этот вот, видишь, полотенцесушитель, ванна, здесь вытяжка, вот тут все сделано. А это чья комната? Это наша спальня. Это ваша спальня. С гардеробной. С гардеробной, да. Здесь пошли детские. Сейчас, минуту. Здесь у нас будет этот шкафчик такой бытовой, тут будет стиралка. Не, не стиралка, здесь будет гладильная доска, пылесос, швабр, тут вся такая история. Это комната Клавы. Угу. Девочка поближе к родителям. Посерединке. Мальчик подальше от родителей. Здесь комната Гавра. Ну, Гавру повезло больше, ты хочешь сказать, у него гардероб. Не-не-не, ты не понял, он гардеробную со мной попробует делить. Женина больше гардеробная. Ой, вот эти классные батареи под старину такие. Я не понял, а что бризер сейчас выпадет? А это дырки полезные. Так, ну и собственно, зал большой. Зал с кухней совмещенный. Вот здесь вот. Да? Вот здесь громадный зал. Здесь кухня с этой стороны будет. Будет интересно потом заснять видео до, ну, после, как будто это типа до, а это после. Анатольевна, вот в этом углу что будет? Кухня. А я рассказываю, что она здесь будет. Ну как? Вот так кухня будет. Вот и прямо вот по всему вот этому периметру. Вот здесь, вот здесь будет стол, здесь будет люстра, здесь будет диван, там будет телевизор. Диван будет туда смотреть, да? Вот это я люблю, да. Чтобы, я чтобы так, ты так сидел. Чтобы я сидел, а мы выпивали что-нибудь тут. Кушали и выпивали, да?
Мне сегодня татуировку дали, мне больно. Вот жалко, что окна не в пол, вот это вот жалко. Я помешан на окна в пол, как у родителей, и мечтаю, чтобы они у меня тоже были. А вообще, честно говоря, здесь можно было сделать. Это вообще не несущая стена. Тоже вид какой, посмотрите. Вся Москва на ладони. Гуся со всех сторон. Рихао, окна хорошие очень. Ну ладно, все, больше здесь показывать нечего. Заканчиваем экскурсию. Обсуждают с дизайнером моменты. Конечно, ремонт, это можно сойти с ума. Сначала одно, потом другое. Этот не подходит, краска не подходит. Подбирают, выкладывают вот там плиточку сразу же. Три раза разводились. Потом сходились, свадьбы играли, разводы, все, ЗАГСы, вот это все было ужасно, конечно. Терпение. В общем, ремонт в самом разгаре, просто в самом. Эти, как его, отделы, вот эти вот всякие уже почти закончились. Осталась покраска, плитка, лепешечка лежит здесь вкусная, рабочих. Красивая плиточка. Я вот такой стиль очень люблю. Сделать те же самые на синий, на темный. Приходит человек с красками, да? На темно-синий. А, ну, этой. Значит, мы вчера... Не, ну вот это все равно. Не перебивай, зай, прошу. На синий латунные ручки. Дорогие подписчики, вы меня знаете. Потом, блядь, будем обсуждать, какая Женя плохая женщина, про всех орёт. Женя чудесная женщина. Чудесная, чудесная. Давай, давай, не останавливайся. Сделать здесь синюю кухню, вот эти такого глубокого синего красивого цвета, с латунными ручками. Эти штуки. Здесь бы отлично встал деревянный пол, ржавые стулья, светлый фартук, который бы, ну, оттенял это все. И была бы концепция такая цветов, то есть я уже по... Давай, не, ну что, не обращай внимания. Вот. Я, конечно, могу дискутировать. Сколько нас там сейчас? Вот, здесь сделать ржаную, вот это ржавые стулья поставить, такого красивого ржавого цвета, который я здесь бы, может, очень вот круто вот посмотрелся, вот поставить. Такого цвета пуфик, как у этих ребят, пуфик на ножках. И какой-нибудь, какой я тебе говорил цвет этот сделать, консоли-то? Не помню, по консоли не помню. Сюда, здесь отлично с этим серым цветом смотрится белая дверь, серая, и она будет за счет белой двери. Особо это не наступаешь, помню. Маленькая штука, она будет светлая. Ему, да, у нас есть эти ручки золотистые, а ему на стеклянной вот этой крепление. Вот этой крепление. Представляете, тут какая-то вытяжка прям на улицу. Я даже не знал, что такое делается. Холодно же может быть, нет? Да, конечно. Может, да, а здесь сделать... Я проштудировала весь интернет по поводу подвесных этих. И все они охренительно держатся. То есть это просто нужны нормальные мастера, которые на нормальные штуки поставят без вот этих, ну, без этих... Без ножек. Консоль, это называется? Консоль, да? На нее поставить какую-то яркую историю. Можно сюда какую-то картину. Яркую историю сделать. Картину напротив. Но, по крайней мере, это концепт. Дитя, работаю на камеру. Шучу, ребят. А ремонт, знаете ли? А вот сюда вариант того, что шкаф-то хотел. А, сюда думала. Вчера мы видели, тоже лазили, сочетали серого, синего, такого, такого. И увидели и очень интересный книжный шкаф. Книжный, который вот так вот книгами. Я то есть, ну, или может быть какая-то такая история. Высокий. Ну, да, высокий. Пускай он будет высокий. Пускай он там над кондиционером или как. Но, пожалуйста. По крайней мере, я
потом, сейчас я найду этот шкаф. Про что она говорит, здесь, чтобы вы понимали? Здесь классно смотрится рыжий светильник с этими вот, ну, ржавыми стульями. Да, ну, такой, знаешь, такой вот красивый есть рыжий вот цвет. Такая вот. Просто, типа, по крайней мере, я тогда все понимаю. То есть вот эта концепция, она и вроде как и яркая, но вроде и светлая. Стальной ходу. Ходили. Я и так села. Я говорю, блин, мне вот неплохо белое. Неплохо мне, да? Но я же, понимаешь, как... А где белое это нашли? Стальной ход. Белые двери все. Там белые, да. И там, нам только белые... Мы не говорим сейчас про стены. Мне не нравятся белые стены. Я говорю только про двери. Потому что я хочу сочетать... Потому что я от... Работай, но не отвлекайся, пожалуйста. Потому что я хотела... Ну, потому что все, от чего я сейчас отталкиваюсь, это, конечно, этот пол, который является визитной карточкой этой квартиры. Ты заходишь, и ты видишь этот пол. Он и является тем, как бы, от чего... Ты пол показал? Да, как же, бежишь. Я бы сделала бы здесь... Вот, ну, то есть он, вот этот розовый пуф мне сразу тут же прямо сказал, где тут розовый пуф, что он прям просто супер будет смотреться. Здесь я бы поставила вот эту консоль вот такого цвета. Может быть, там здесь серый, наверное, такое сочетается. А здесь бы сделала, ну, атрибуты этого, там, что там, интерьера, как это называется. Вот, я положила в зеленый. А, я вспомнил, какой цвет. Если мы рассматривали, если дверь белая здесь тоже, то голубого, либо синего. Консоль мы хотели сделать. А, мы думаем, что если здесь покрасить ее в белый цвет, хотя бы консоль стояла, то здесь консоль сделать синий, чтобы она перекрывалась с этой кухней. Но я говорю, нет, если есть возможность покрасить дверь в синий, это будет круто. Тогда консоль должна быть ржеватая, потому что на сером фоне синяя консоль будет так глуховато. Ну, пускай будет там ржевато. Серый диван. Серый диван такой, знаешь, красиво серый. Красиво такой, да. Вот. Ну вот, да, такого. И стол, как мы выбрали, того же цвета. Можно просто посмотреть, Ну, там очень хорошо. С полом, я согласна, пол. Мне нравится. Ржавый. У меня все круто ложится. Потому что рисунок даже другой, я вещи. Удобно. Зеркала перед лифтом. Чтобы вы понимали, это двинулось примерно часа два. Ну что, шапочку? Я просто жалуюсь, стою в зеркало, писал перед собой, что это длилось два часа. Что длилось? Что какие два часа? Ну, часа полтора длилось. Да? Я слушал, я сделал один вывод. Один вопрос, только один вопрос. Зачем вам дизайн? Мне. Вам вообще зачем? Да, особенно тебе, да. Зачем? Ну, то есть ты считаешь, что я что? Я считаю, что ты дизайнер сама себе. Сейчас комплимент? Ну, типа да. Она просто бедная. Слушай, даже. Ты не давала ей слова вставить, понимаешь? Мы на самом деле... Ты все сама знаешь. Мы сами все сделали, на самом деле. Не, ну я тебе хочу сказать, что... А какая ее роль? Нет, ну она... Не, она много нам всего подбирала. Подбирает и пол, который там нашла. Стулья где заказывать, что и как. Такая сейчас проблема, конечно, где заказывать. Нет. Ты знаешь, вот именно вот производитель роли. Олеся нашла стулья. Очень классно. Очень классные ребята и качественные стулья. То есть, вот, куда мы ездили с тобой, помнишь тогда? И вот куда мы ездили вот это с ней. Это вообще небо и земля. Небо и земля по качеству. Ты записываешь? Ну и цена, соответственно, понимаешь? Ну, цена дороже, но тем не менее. Ну, какие-то элементы тоже. Да. А когда развод-то будет на фоне ремонта? А мы не на фоне ремонта. Я уже сказал, что вы много раз развелись. Музычку будет играть. Ну, это пожарная сигнализация. Орать будет тут. Вот очень хорошая задумка. Но мне не нравится, что все вот эти вот щитки соседи у вас находятся. Они нам уже сказали, что вы можете договориться с соседями. И в управляющую компанию. Ключи на вот эту часть закрываем. Смотрите, как в принципе там одна квартира. Еще есть, а обязательно должна быть стеклянная? Да, ну, да, конечно, ты должен быть. А что нам по большому счету? Сюда велосипед. Ну, велосипед поставить, да. Извините тогда. Ну, теперь звезда Ютуба. Что-то здесь поставить же можно. Что, самокаты? Самокаты, коляску. Ну, вот щитки, понимаешь, ну, вот. Сколько, все квартиры? Не знаю.
Да, 4. 4 квартиры. Ну ничего. Ну, мы договоримся с ним. С одной стороны, прикольно, вы такие одни здесь, да? Ну, вы не стигнались, ты прикольный. Да иди, да иди, ты какой-то, поехали. На парковке, хочешь? Пойдем на парковку. Что ж такое-то, Анатолий-то? Не корона, бро. Давно пассажирочку сдавала. Парк, ну мы недавно не ставили, так давно, да? Мы уже два раза переболели, товарищи. Короче, мы пришли в наше любимое депо показать, как оно сейчас работает. Ну, продукты разрешено, рынок как бы работает, все можно купить. А вот все эти кафешки, ресторанчики, вот так выставлены столы, и вот люди вдоль, с той стороны, ну, официанты, вот меню, подходишь, выбираешь, заказываешь. И там девчонки, все, ребята, и сюда же выносят вам еду. Для ребенка. Хоть как-то. Вот видите, там кричат. Кто-то заказывал хинкали, не могут найти. Вы заказывали для ребенка хинкали? Нет. Ну, мы с удовольствием съедим. Да, ну, мы с удовольствием. Я рассказываю, как работает. Что-нибудь будет? Что вы? Я взяла себе в сыроварне Бурата. Бурата. Ты больше ничего не будешь? Нет. Ой, Бурата. Ой, Бурата. Я вот этот вот пирог заказал, очень вкусный. Вчерашний? Да, очень вкусный. Я буду чебурек с мясом. Ему чебурек с мясом. Есть баранина, говядина и свинина, говядина. Ну вот свинина, говядина, наверное, нет, классический, да? Нет, нет, без свинины. Просто говядина. Да, да. Один чебурек с говядиной, да. Бабка чебури с курицей. Не, это очень вкусно. Я вчера съел. Ну я у тебя попробую, не понимаю. А вот тебе. Так, а тарту что-нибудь такое же не можешь? А чай, кофе что-то есть у вас? Есть чай и кофе. Хочется кофе. И давайте три хинкали мне с грибами. Да, ты красивый. Смотри, как это режу. А? Семи выпадок. Ребята готовят на вынос. Вот этого? Не знаю. Разве вам, ребята, интересно, как готовят вчера на вынос? Вчера не было. Сегодня уже опущен. Где? У вас. А где вы видели? Вот сейчас там. Я так видел вкусный, его пьет? Нет. Две девочки. Коктейль взяли. Не, просто я говорю... на одни ушли, не заплатили чек, и я думаю, где вы видели, я убежал. А, может, они были? Что, они были? Нет, он сказал 250 рублей. Нет, там другие. Вот, и я такая говорю, слушайте, а где у вас это, ну, типа, они говорят, это вот там вот. Я говорю, ну, все, сейчас мы придем. Говорит, так вкусно, так вкусно. Так о чем они заказывали? Я хочу в туалет. Сейчас мы к вам придем, вы знаете. Сказали, давай. Снять реалии нового времени. Реалии. Кушаем. Если бы там лучше бы снимал реалии, там где в машинах едем. Мы еще неплохо устроились, да. Да. На лавочке здесь сидим. Бурата. Хоть так выдают пожрать, и то хорошо.